Некоммерческая организация – это способ решить проблему, выиграв государственные деньги. Пример – проект инвалида-колясочника из Старого Оскола Юрия Карапузова. На какие цели пойдут средства сразу двух грантов – областного и президентского? Сегодня состоялось расширенное заседание Совета общественной палаты Белгородской области. Главным стало обсуждение изменений в федеральном законе о назначении и выплате пенсий. В областном центре состоялся товарищеский матч между футбольным клубом «Салют Белгород» и любительской командой «Белгород», которая принимает участие в чемпионате области. Для тренерского штаба обновленного клуба это возможность наиграть состав, отработать игровые схемы.